Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов Фельциан Мирбах, барон фон Ренфельд. Австрийский дворянин, художник, баталист, график и иллюстратор. Один из основателей венского сецессиона и венских мастерских. Директор школы прикладного искусства в Вене. Видный мастер эпохи венского модерна. Сын Франца Мирбаха, губернатора австрийской Буковины, учился в Тезианской военной академии, затем в Венской академии изобразительных искусств, служил офицером, параллельно занимаясь творчеством. В 1884 году вышел в отставку в чине гауптмана второго класса, уехал в Париж, где проживал до конца 19 века. Я цитирую Википедию переводную. Иллюстрировал книги Доде, Гюго, Жюль Верна, других. Вернувшись в Вену, активно включился в художественную жизнь, как художник, педагог и организатор. В 1903-м стал президентом венского сецессиона, был близок Густаву Климту, вместе с которым в 1905 году и покинул сецессион. После этого вновь проживал в Париже. С началом Первой мировой войны выехал в Испанию, вернулся в Австрию уже в 1936-м. Мирбах был известен как плодовитый книжный и журнальный иллюстратор, рисунки которого нередко размещались на обложках австрийских журналов или сопровождали издания популярных художественных книг. Многие работы Мирбаха посвящены революционным и наполеоновским войнам, в изображении которых ему были свойственны высокая точность и знание деталей. Мирбах создал множество сцен военной жизни. Кроме того, в его работах были заметны штрихи ориентализма. До 1898 года он использовал альграфию в своей работе. Он писал маслом, акварелью и темперой. Был пионером литографии в Вене и преподавал ее в школе. Умер 14 января 1940 года в возрасте 86 лет. Ну, вот так вкратце о художнике барон фон Ренфельд Фельциан Мирбах. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.